Промокод FIRE11 дает 40% к пополнению. Всем привет, дорогие друзья. Как мы понимаем, в прошлом выпуске нам повезло, у нас осталось 8900 еще. Давайте покрутим нормальный кейс уже. Я устал уже рисковать, постоянно, ну, об ступеньки падать, так сказать. Давайте по лайту покрутим Зорко Локо. Зорко Локо, пожалуйста, верни нам перчатки, которые ты не доставил 5000 раз примерно. Но это, конечно, перчатки не доставят, ледяной уголь. Ну ладно, уходим. 800 стоит он. Предлагаю Саул... Не, Саула... Саул это худший кейс, который может существовать на этом сайте. Не открывайте Саул, открывайте другие кейсы, которые получше. Там просто 5-7 это дефолт. Я уже привык. Я живу с мечтами о 5-7, которые там выпадают за 1700, когда кейс стоит 4 куска. Кумичи Драгон был бы получше, или Щелковый Тигр даже, да, вроде? Сколько Щелковый Тигр стоит? 23 куска! Вот... Богом, клянусь, ребят, не знал, что он столько стоит. Да, не знаю, что... Я знаю, что богом нельзя клясться, но в любом случае, вы понимаете. Калашек. Ну, давайте рискнем разок. Ясно. Понятненько. Ну, мы окупились, как бы, но... Все равно. Мы сейчас это все сольем. Благополучно, успешно. Ниндзя, вот ниндзя, ты первый мой кейс, который меня очень жестко купил. Ты прям меня очень жестко купил при первом же выпуске про MyCSGO. И сейчас так же, да, будет? Нет, сейчас такого уже не будет, видимо. Сейчас уже до свидос. Ну, дождь с пуль норм, да? Да. 5 штучек, еще раз рискуем. Ясно, ясно, ясно. 3 куска. Ну, хотя бы не в ноль. Спасибо, что не в ноль. Предлагаю маму с Вики покрутить. Ладно, уходим. Уходим и Team Spirit. Team Spirit, если выдашь нож бабочку, я офигею, но такого не будет. Это невозможно. В принципе, ну второй игрок хотя бы. Ну какой смертоносной кошечки ты... Ты всегда так подставляешь. Ну мы окупились, кстати. Я не знал, Орион, ничего. Вот это, я понимаю, вот это раскрутка. Ну ладно, дальше пойдут пустые, да? Еще раз попробуем. Да. Читаем, и то, что дальше будут пустые, но мы в минусе, вроде как начали окупаться, а вроде в минусе. Давайте, что ли, вот G2G, 3 штучки. Тут вроде минималка 300, но я не верю, что она выпадет. Нормально, да? Вроде нормально. Не-не-не-не, мы в минусе. Мы в минусе. Я на секунду подумал, что нормально. Ну, тут снежная буря нас сейвит. А, не, он 1300 стоит. Это кринж, просто скин, который очень красиво выглядит, так дешево стоит. Я в это поверить даже не могу. И даже вникать не хочу в это. Агентов давайте покрутим. Давно агентов не было. И агенты по устранению меня, да, тут. Спецслужбы уже выезжают. Ну, это норм. Да, 7 кусков. Ничего же все так нормально, слушайте. Мало 7 кусков, все равно мало. Предлагаю открыть коллекцию миража. Так, разочек. Ну, юсп выпадает неплохо. 2200, окуп есть. Пока не уйдем в минус, будем тут сидеть. И, походу, ушли в минус. Да, все, уходим. Ну, нет, еще раз хочу открыть. Почему-то есть чуйка, знаете, на такие кейсы. Ну, давайте до конца посидим уж. Может, это нас спасет. Ну, мало-мало, это очень мало. 1200. 1900 на секунду. Нормально, нормально. Два выпадают, мы окупились. Хорошо, можно уходить и, в принципе, пробовать weapon case. Бэм, крылья. 1500 выпадает. Выпадает 6000. Ну, мало, мало, мы в минусе. Ну, мы мега минус, я бы сказал. Мы очень большом минусе. И от этого тиль только. Shadow case. Плохо, плохо, плохо. Ну, можно тут посидеть, на самом деле. 800. Но если нам... Ножик выплатит какой-нибудь, а тут шанс небольшой, но есть потенциал. Есть потенциал в этом кейсе. Я посижу тут. Хоть вы скажете, что я очень глуп, по сути так и есть, потому что я все время сливаю на улынах. Ну, снежная буря выпадает, шанс есть. Опять выпадает снежная буря. Но я же говорю, что потенциал есть, но... На таких минусах, что аж неприятно. Давай, пожалуйста, 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 еще раз снежную бурю. Нормально. На снежной буре можно окупаться, но это долго очень. Очень долго, и не факт, что... Не факт, что повезет.
Ну ладно, уходим. Последний спин делаем и уходим с этого кейса, потому что уже не верится. Уже такой... Ну, снежная буря есть, но как бы все равно. Лен Глок, разве что попытаться. Ну, Глок, досвидос мне говорит. Еще раз. Ну, хорошо, Глок выпал хотя бы. Найс. 20 кусков. Я на секундочку, чтобы вы понимали, подумал, что Глок стоит 7 кусков. Грата в пирамиду. Ну, а М-ку оставляем, ребятки. Пофиг, что мы в минусе. Ну, балик вернули. Дезерт Хидро. 10 штук, ребятки, лайк за такой риск. Ну, нет, я не вижу ни одного кейса, ни одного скина, который бы купил нас. Ладно, походу все. Ну, это просто три королевы пути. Я такое вижу раз в году, в принципе. Кстати, это неплохо, это шанс. Шанс на камбэк. Да, это есть шанс на камбэк. 5 штук. Пожалуйста, ну, императрица еще можно. Ну, оставим императрицу. Нормально, 5700 остается. Всем спасибо за просмотр, и действительно выпуск получился нормальным.